iPhone SE 2022 может стать лучшим доступным iPhone-ом. iPhone SE 2020 является блестящей бюджетной покупкой, но отсутствие 5G опускает его рейтинги. Такие вот. Долги, блядь. Поскольку iPhone 13 mini, по слухам, будет последним маленьким массовым iPhone, iPhone SE 22 может стать лучшим айфоном для покупки большинством людей. Сколько будет стоить iPhone SE? Предполагается, что значительно дешевле, чем iPhone 14. Хотя в некоторых отчетах говорится, что он будет называться iPhone SE 3. Чем сможет похвастаться фактически iPhone 13? Процессор Apple A15 5G и такой же производительностью, но внешний вид, как ожидается, останется таким же, как у текущего поколения. Толстые лицевые панели и все такое. Предполагается, что панель останется 4,7 дюйма и ЖК-дисплеем, а не OLED-дисплеем других iPhone.